Всем привет! Сумеру в пустыне есть поручение, которое дает достижение, но чтобы его получить, нужно, соответственно, кое-что выполнить правильно. Так, ну это находится рядом с городом. Подождите, это вниз лететь? Да, нашел, отлично. Давайте попробуем получить это достижение. Название задания «Беги, Хилми, беги». Обейд. Сестрица, подожди, можно спросить, искательница приключений, ну из всех, что побывали во многих местах и очень хорошо сражаются, пожалуй. Видишь, Хилми, я же говорил, что это точно искательница приключений. Но разве искательница приключений не носит всегда такую зеленую одежду? Ну, просто я особенная. Тогда, сестрица, ты точно сможешь нам помочь. Видишь здание деревенского склада? Дядя Хабачи говорит, что внутри хранятся очень важные вещи, которые нужно защищать. Еще он там нам говорил, что если плохие люди нападут на деревню, первым делом он поднимет и отключит подъемник, чтобы перекрыть путь по висячему мосту. Но между складом и подъемником приличное расстояние, и чтобы отключить подъемник, Хабачи придется бежать изо всех сил. Вот мы и предположили ему потренироваться вместе, но он даже не стал с нами разговаривать. Лучше бы он не обращал на нас внимания, когда мы собирались пускать по воде камешки. Короче, если плохиши нападут на деревню, а Хабачи не сможет бежать, то подъемник придется отключать нам. Сестренка, ты же искательница приключений, наверняка отлично умеешь бегать. Можешь потренироваться вместе с нами? Ладно, побегаю. Здорово, спасибо, сестрица. Мы уже выбрали место для старта, пойдем туда, сестрица. В этот раз твоим противником буду я. Предупреждаю, я очень хорошо бегаю. Так, беги, Хилл, не беги, но это именно он. На старт, вперед, начали! Подожди, что? Хилми? О, вот это старт, скорее догоняй! Короче, основная цель, ребята, пропустить его вперед, не обгонять, чтобы он победил. А, давайте посмотрим. И? Фух-фух-фух, победа за мной, поздравляю. Говорю же, что я хорошо бегаю, не стоит недооценивать соперника, сестрица. Вот только хоть бы мы быстро бегаем, Хабачи все равно нас ловит. Интересно, как так получается-то? Может быть, у него есть секрет? Правда? Но кажется, поблизости нет никакого секретного короткого пути. Можешь поиграть с нами в следующий раз, сестрица? В смысле потренироваться, улучшить навыки тайного выслеживания на местности. Точно, раз мы не можем убежать от Хабачи, мы можем от него спрятаться. Мы ведь уже пытались скрыться от него раньше, но почему-то Хабачи все время нас находил. О, всего один шаг, ребят, мы получили это достижение. И теперь вы знаете, как его получить. На этом все, ребят, так что подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и смотрите видео до конца. Также подписывайтесь на канал Дзенер YouTube, ссылочка будет в описании к этому видео. Пока-пока.